Всем привет! С вами всегда я, желейный медведь Мишутка, и вы на канале Димасик Влог. И сегодня я не один, а со своим Димой. Эй, Дима, ты там где? Я тут, Мишутка. О, а тут конфетки есть? Нет, конечно, нету. Короче, ребята, всем привет! Да, ребята, с вами всегда я, Дима, и вы на канале Димасик Влог. И, кстати, ребята, я хочу вам посоветовать такой канал Fitch. На этом канале вы можете просто любоваться, в принципе, наслаждаться этим видео, потому что они такие интересные, особенно его последнее видео, третья часть прохождения SFTech. А SFTech это что? Сборка такая на Майнкрафт? Да. Ты верно все сказал. О, а где ее скачать? Так скачай ты лаунчер. Или К-лаунчер. О, уже бегу скачивать. А я пошел. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Слушай, Мишутка, а ты ничего не видел странного в последнее время? Что я мог видеть странного? А? Ну то, что ты редко конфеты перестал есть. Я? Да я конфеты каждый день ем! Ты чё, Дима? Всё, я ухожу. Стоять! Ну-ка, нутись, дорогой. Из чего ты сделан? Я? Отпусти меня! Нутись, дорогой. Что ты хочешь делать? Ну для начала неплохо бы было дать мне конфетку. Какую конфетку? Ты и так весь... Вон, ожирел уже, наконец-то. Почему наконец-то? Ты же говорил, что мне нельзя ожиреть. Ну, я пошутил как бы. Как это понять, ты пошутил? Я вообще-то хотел очень много всяких сладостей. А ты, получается, сделал так, чтобы я их не ел специально? Да? Ну да, как бы. Кстати, я тебе сейчас конфетку принесу. О, ну наконец-то. О, ты что, конфету принес? Да, я принес твои любимые конфеты. Это твои любимые батончики. Ну наконец-то ты купил эти мои любимые батончики. А то я думал, что я уже помру с голоду без этих батончиков. Ну да, ты можешь и помереть с голоду без этих всяких батончиков твоих любимых. Это же твои любимые батончики. Да, а я без своих любимых сладостей просто-напросто не могу. Ну да, ты не можешь. Ты же вообще у нас сладкоежка. Вон, когда ты еще из формы был сделан, ты хотел конфету. Хе, ну да. Слушай, Мишутка. А ты реально ничего странного не видел в последнее время? Например, то, что ты реально конфеты стал очень редко есть. Когда это я успел? Ты же сказал, что ты худеешь. Да, я обещал. Но я передумал. Та-на-на-на-на-на. Стоять! Ну что опять? Надо сделать кое-что. Ну что? Немедли уже! Немедли уже! Продолжение следует.